Всем привет! Сегодня 6 апреля, а значит мой день рождения. Вчера ночью мои друзья уже успели поздравить, поэтому я могла. Рождения тебя! С днем рождения! Ничего не будет, не бойся. Поэтому сейчас вам покажу свои подарочки. Итак, первый подарок — это вот такой вот портрет. Я не знаю, как это называется. В общем, вы поняли. А далее у нас идет вот такая вот маечка. Кроссовки от Nike. Здесь всякие сладости и моя фотография. И еще одна вот такая вот фотография. Это моей подруги. Извиняюсь за ужасный вид. Я только недавно проснулась. И поэтому я хочу сходить в душ. Встретимся через секунду. Я уже сходила в душ, сделала масочку, как вы видите. И да, она мне немножко большая, но в принципе, как и всегда, не обращайте внимания. Обожаю этот момент. Мои волосы! Ну ладно. А вот это все, я уже умылась, и сейчас мы пойдем завтракать. Всем привет, я Тигрица. В общем, сейчас я должна сделать макияж и высушить волосы, а потом поехать к Атамасу, он сделает мне прическу. Но проблема в том, что я еще не выбрала, какой макияж и прическа у меня будет. А мне осталось всего 2 часа, даже 1,5. Ребята, я уже выбрала, какой макияж у меня будет. Извините за неправильный ракурс. Просто мне некуда поставить телефон. И второе, что я сейчас буду делать, это брови. А я вас обманула. Смотрите, какие они идеальные. Мне неудобно снимать, как я крашусь, поэтому я сразу же покажу вам результат. И вот, ребята, я уже накрасилась. Вот такой вот у меня макияж получился. Сейчас начну собираться и поеду к касатке. Ребята, я уже вышла. Жду свой такси. А еще на улице офигенная погода просто. Взяла с собой Агушу любимую. Вот такой у меня вот аутфит. Теперь вся такая модная. Ребята, я уже пришла, но караоке открывается в 6, а я очень сильно хочу кушать, поэтому мы пришли в Макдональдс. Сейчас покушаем. Стоим, пердим. Что ты палишь нас? На 10. Пошла. Хочешь посмотреть? Пошли. Давай. Со мной. Talk.
not your enemy. Ужас, ребята, просто. Мне очень жарко, поэтому я вышла. Но вообще, прикольно. Мы сейчас кушаем и дальше будем танцевать и петь. Вот такие вот подарочки я получила, но это не все, это только половина. Ну вот и все, ребята, я уже дома, переоделась. Честно, очень рада, что вы у меня есть. Спасибо вам огромное за поздравления. Мой дайрек, наверное, уже просто перестал работать, потому что там столько сообщений от вас. Это очень-очень-очень приятно. Действительно ценю. Еще отдельно спасибо моим друзьям, которые пришли и поздравили меня ночью и пришли на мой день рождения. Я это очень-очень ценю. Еще спасибо за просмотр. Всех целую и обнимаю. Ой. Да, я так же думал. Эх, мажор.